Это 290 выпуск. Тоже он идет следа 289. И, в общем-то, является его органическим продолжением. Опять-таки должен вам сказать, пожалуйста, не вешайте носа, держите хвост пистолетом. Никаких проблем нету. Вот. И я не думаю, что в будущем могут возникнуть проблемы. Интересы Австралии, интересы образовательных учреждений университетского, неуниверситетского сектора, они, в общем-то, совпадают. Вот. А некоторые такие флуктуации в политике, они не будут оказывать такого долгосрочного и такого судьбоносного в переносном смысле, скажем так, в отрицательном его понимании, на ситуацию с образованием иностранных студентов и даже с профессиональной миграцией в целом. Как я уже сказал, у нас есть несколько выходов из создавшейся ситуации. Это ситуация, которая лучше, чем была полгода тому назад, или, скажем так, она была 8-9 месяцев тому назад. Потому что у нас есть уже опыт работы с пакетом, у нас есть возможность работы с пакетом сейчас, мы ее отработали, у нас есть Williams Business College. Соответственно, три пути для вас даются. Первый путь – это просто приезжать по 570-й визе. Второй путь – это приезжать по 573-й визе в один из университетов. Для этого вам надо будет сдать IELTS как минимум на 4,5. 5 баллов и добивать эти недели при университете. Я не думаю, что это хорошая идея идти и учиться в систему TAFE. Техникум есть техникум. Не надо, скажем так, отдавать лишние деньги. По крайней мере, вы знаете, что получая образование английский язык в университете, вы делаете какой-то реверанс в сторону университета, и университет это, поверьте мне, оценит. И все-таки, несмотря на все перипетии, я бы рекомендовал нацеливаться на университет Центрального Квинсленда. У нас с ним давние отношения, но особенно на Сиднейский кампус, потому что здесь личные отношения играют большую роль, и личные отношения, мы к ним еще вернемся, вообще роль личности достаточно высока в истории, в культуре, в политике, в экономике, во всем. Роль личности обычно недооценивалась, но пора, как говорится, расставить все точки над «и». Люди решают очень многое, а коллектив – это всего лишь совокупность личностей, связанных одной целью, одной задачей. Третий вариант – это вы идете на 573-ю визу в пакете Lloyds и Williams Business College. Здесь можно иметь два ответвления. Первое, на чем я буду настаивать и мягко убеждать вас следовать этому пакету, это закончить образование. Мы постараемся вам дать самое лучшее, что у нас есть, и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Последствия будут иммиграционные, если вам это захочется. Вот. Об этом не стоит, наверное, так сильно говорить, но приехав сюда, вы уже сможете оценить свои шансы достаточно хорошо. Сможете их оценить, может быть, и до того, как приедете, но всегда берите поправку на время, потому что законы меняются, и это достаточно такая хрупкая субстанция, которая, чтобы ее достичь, то есть иммиграции в Австралию, необходимо быть очень грамотным или использовать источники информации, которые в действительности заслуживают доверия. В первую очередь это департамент иммиграции и его информационный портал, то есть веб-сайт. Я считаю, что деятельность миграционных агентов в этом случае больше носит отрицательный характер, по крайней мере финансовая составляющая, чем положительный. А работники департамента иммиграции здесь на месте оказывают квалифицированнейший совет абсолютно бесплатно. Единственное, вы должны спрашивать, знать, что вы спрашиваете. Но обычно люди, которые самостоятельные, люди, которые в действительности профессионалы, которые знают хорошо английский язык, а иначе вы здесь по профессиональной визе не останетесь, они обладают хорошим английским языком, и они способны правильно задавать вопросы, а значит получать на них правильные ответы. Таким образом, любой может сделать иммиграцию сам, если
будет советоваться с работниками департамента иммиграции. Департамент иммиграции, а не миграционными агентами. Вот. Очень большую нагрузку будут нести в ближайшем будущем, я думаю, кадровые агентства в России. Единственное, что нам надо отсепарировать их и найти людей, которые не просто берут какие-то деньги за посреднические услуги, но работают продуктивно, креативно, то есть они помогают и потенциальному работодателю найти в действительности лучшего и самого ответственного работника. В то же время находят работнику работодателя, который его не кинет, что, в общем-то, для России и не только для России достаточно частое положение, ситуация. Вот. Я думаю, что работая с такими работодателями, мы сможем дать человеку вариант оставания в России на более достойном положении. Очень напоминает прыжки в высоту. Представьте себе, если вы перепрыгиваете планку, вы падаете в нирвану, на маты. Если вы не перепрыгиваете через планку, сбиваете его, вы падаете на бетон. Вот нынешняя ситуация очень напоминает прыжки в высоту с приземлением на бетон спиной, если вы, как говорится, не та карта ляжет, то есть если не будет достигнута эмиграция, вы возвращаетесь в положение, из которого выехали, даже более худшее. Наша задача — создать вам условия, чтобы при возврате обратно домой, предположим, закончив Вильямс Бизнес Колледж, ваша зарплата не была ниже 3-4 тысяч долларов в месяц. Я думаю, такие стартовые условия, или, скажем так, такая финишная прямая, она будет давать, с одной стороны, человеку возможность не сжигать мосты, давать очень хорошую, солидную альтернативу иммиграции в Австралию. И в этом случае, наверное, мы все-таки достигнем взаимопонимания как с посольством, так и с правительством Австралии, и уж тем более с Williams Business College. Нам нужны партнеры. Williams Business College ищет зарубежных партнеров, он их находит, но пока что у нас очень мало работодателей, которые бы работали не в странах золотого миллиарда. Нам нужны те компании, которые будут работать в России. По всей видимости, это будут все-таки международные компании, но именно чьи усилия будут по рекрутированию, то есть по трудоустройству работников, закончивших австралийские университеты и высшие учебные заведения, по их трудоустройству на хорошие позиции в России, без всякого блата и мохнатых лап. Вот это вот очень важная задача, мы ей занимаемся, хотя должен сказать, что это делается все не так быстро. Доверие заслужить у людей тяжело, доверие у людей такого уровня заслуживается не только тяжело, но и долго. Но это правильная дорога, мы по ней идем, и другие просто, как говорится, пускай глотают пыль. Я бы еще хотел сказать о роли личности во всем том процессе, который мы называем студенческой миграцией в Австралию, особенно в рамках проекта РАМЗЕС. Ориентируясь не на западную модель, а на японскую модель, с самого начала, с момента, может быть, зарождения этого проекта и, может быть, до него, я всегда опирался на людей, которые не только являются грамотными специалистами, но и которые, в общем-то, заслуживают доверия, людей, которые не предают, скажем так, ни тебя, ни твою идею, ни то дело, которое вместе и начинаем. В действительности такие люди выявляются и остаются, скажем так, в нашей орбите, может быть, один из трех, один из пяти, но они есть, это люди очень полезные, это люди, которые являются единомышленниками. И это не марионетки Рамзеса, это не люди, которые ему, скажем так, подпевают, о чем иногда говорили мои, скажем так, недоброжелатели, в том числе и среди бывших студентов. Это люди, которые в действительности думают, как я. Это люди, которые часто поправляют меня,
указывают мягко на мои ошибки, и вместе мы эти ошибки преодолеваем. Роль личности переоценить очень трудно, тем более, если учесть, что коллектив – это просто содружество личностей, связанных одной общей целью. И в рамках проекта «Рамзес» эта цель достаточно понятна – сделать нашему студенту наилучшие возможности для обучения в Австралии, кому надо эмиграции, кому надо достойной жизни по возвращению после обучения. Опять-таки, процентный состав тех и других мы не оговариваем, потому что все зависит от того, что хотят люди. И главное сделать это так, чтобы как можно меньше посредников, тем более оплачиваемых, стояло на этом пути. Путь это единственный, потому что любая альтернатива – это служение интересам тех, кто не является непосредственным участником процесса. Потому что между студентом и Австралией, Австралия – это просто страна, то есть нельзя выделять какие-то личности. Вот, в этом случае любой посредник является посредником. В общем-то, даже учебное заведение в какой-то степени, но так как учебное заведение представляет интересы Австралии, скажем так, между учебным заведением и Австралией, с одной стороны, и студентом, не должно быть посредников, должно быть максимально эффективно использованы, должно быть максимально эффективно использованы материальные средства, интеллектуальный потенциал человека. И, соответственно, это должно дать лучший исход для человека и максимально хороший исход для страны и учебного заведения. Вот. И очень трудно переоценить то, что делают многие люди для этого проекта в той или в иной степени. Поэтому, когда мои оппоненты говорят, что все идет под мою дуду, должен сказать, что моя дуда уже совершенно по-другому дудит, у нее и тональность другая, и больше это на фанфары может быть похоже. Вот. Но все вот эти изменения, всеми этими изменениями я горжусь, но я во многом обязан тем людям, которые, в общем-то, подставили мне плечо, я их называл, я могу их еще раз, как говорится, назвать. И эти люди прибывают и прибывают, поэтому вот такие у нас хорошие перспективы. Но опять должен сказать, что роль личности очень высока. Что касается моих оппонентов, тоже хотел бы сказать, ребята, чужой успех не должен вызывать зависть, в лучшем случае он должен вызывать желание сделать что-то подобное, может быть асимметричное, но что-то подобное. Опыт моей работы и опыт моей, скажем так, конкурентной борьбы говорит о том, что все начинающие или пытающиеся начать, или, скажем так, мелкие образовательные агенты почему-то имеют очень нехорошее свойство влазить в образовательную группу и в университет Центрального Квинсленда на уже подготовленную почву. Понимаете, ребята, после вот этих, после того, как людей обманывают, они приходят к нам, и мы вынуждены исправлять все те ошибки, которые допущены были другими образовательными агентами. И нам это удается, но мы тратим силы, и, скажем так, это немножко несправедливо, потому что мы не получаем прибыли. Все сливки снимаются вот этими агентами, которые потом кидают своих студентов. Поэтому, ребята, мне не сложно, в общем-то, в данной ситуации, когда русский рынок практически оккупирован мною, мне сложно заключить эксклюзивное отношение с образовательной группой, на что я, в принципе, наверное, скоро и пойду, несмотря на то, что я принципиально против этого, зная опыт эксклюзивности отношений, допустим, University of Technology Sydney, Macquarie University, я бы все-таки поостерегся копировать практику Students International, Studentera, которые заключили эти соглашения, из которых нет выхода для учебных заведений, и поэтому они теряют своих студентов потенциальных. И нет выхода для студента, но студенты подаются еще и независимо. Я не думаю, что в этом случае есть такое, как какая-то
выгода кому-либо. Фактически это безвыигрышная ситуация для любого участника этого процесса, кроме Students International, да и то я бы засомневался. Вот. Но все то, что строится сейчас в образовательной группе, все то, что мы умеем достичь, это фактически базируется на деятельности, умной деятельности руководства образовательной группы, двух менеджеров по маркетингу, это Синди, трех, скажем так, Синди, Бетти и Тома, то есть корейский, китайский и, скажем так, мой сектор и моей деятельности. Безусловно, работа Даши, безусловно, работа Неды, это просто замечательное то, что они сделали. Они и стояли, в общем-то, у истоков того, можно сказать, некоторого чуда, которое совершилось в образовательной группе. Но вот эта ситуация, которая потребовала в действительности напряжения всех сил и таланта этих людей, она не будет использована другими для того, чтобы разрушить уже существующее положение. В основном я, конечно, забочусь о русском рынке, и я не думаю, что с кем-то еще из русских агентов или русскоязычных агентов будет заключен договор, потому что все это создавалось и все это должно действовать так, как оно действует. Деятельность любого агента, который начнет, скажем так, или попытается начать какую-то конфронтацию со мной, она нанесет эта деятельность прежде всего удар по студентам, будет обмануто некоторое количество студентов. Вот. Потом, естественно, эти студенты, придется их положение выправлять мне и выправлять работникам образовательной группы. Они это прекрасно понимают, и поэтому я думаю, что больше мы не допустим такой деятельности. А для вас же совет, если вы чувствуете в себе способность сделать то же самое, существует много колледжей, существует много университетов, много других учебных заведений, есть система TAFE. Если вы способны создавать рабочие отношения и что-то подобное, красивое, и находить друзей, которые не будут формировать волчью стаю, а которые будут делать в действительности что-то созидательное, друг другу помогать и помогать в первую очередь студенту. В этом случае вы можете взять любое учебное заведение низшего уровня, скажем, языковую школу в комбинации, может быть, с ВЕД-сектором, то есть 572 визой, Vocational Education Training. Довести это учебное заведение до ума, дать возможность ему давать качественное образование и за очень разумную цену. Вот. И затем уже нарастив какой-то капитал, привезя сюда как минимум студентов 50-80, скажем так, после этого уже пытаться диктовать свои условия учебным заведением более высокого порядка, дающим высшее образование, или, скажем так, университетскому сектору, или не университетскому сектору высшего образования. И в таком случае я получу, скажем так, достойного конкурента, к которому не могу сказать, что они негодяи. Вот. Я думаю, что в этом случае для студента хуже не будет. А вот такая партизанская деятельность, когда люди обкрадываются, людей обманывают, уже привела к определенным жертвам, уже были отказы в визе, уже были люди, которые потеряли по 3-5 тысяч долларов. И эта ситуация совершенно не, скажем так, неадекватная, нехорошая. И более того, такие учебные заведения, они сами находятся под большим ударом, потому что в данный момент, после вот этих изменений, которые будут в июле, учебное заведение, работающее с агентами, репутация которых подмочена, они будут сами находиться под ударом. Александр Петров, то есть я, в общем-то, человек, который уже прошел через все это, человек, который решил все свои вопросы с департаментом миграции и с посольством. Мы прекрасно знаем, чего от меня стоит ожидать и чего ожидать не стоит. Вот. И если я существую, это говорит о том, что я кому-то нужен. И, по крайней мере, я никому сильно не мешаю. В вашей же ситуации для новичков надо просто
может быть, учиться опыту моей деятельности. И с другой стороны, ну, приготовьтесь к тому, что у вас не будет ни личной жизни, ни свободного времени. Вы будете постоянно ходить под стрессом. Вот. Если вы к этому готовы, если у вас уже есть гражданство или хотя бы вид на жительство в этой стране, добро пожаловать. Если вы находитесь на какой-то непостоянной визе, я просто сочувствую тем, кто будет с вами работать, потому что люди, которые не являются частью этой страны, практически не могут заниматься этим делом по-серьезному. То же самое относится к всем этим крупным компаниям, которые ставят, позиционируют себя как выражатели интересов студентов. У них, в общем-то, ничего не получается, никакой поддержки студенту они не оказывают, но ввиду человеческой, скажем так, узости человеческого ума, многие пользуются той приманкой, которую они видят с постеров, хотя бы с распространения этой агитации теми же самыми работниками посольства, которые предоставляют буклеты этих компаний, говорят, что в действительности заслуженные компании. Вот. Вы им верите, в итоге вы оказываетесь в Австралии без поддержки, без помощи, и опять-таки приходите к нам в тот же самый проект Рамзес. Вот, ну, как говорится, мы вам рады в какой-то степени, вот, но просто не забывайте, что вы своими деньгами проголосовали за тех, кто, в общем-то, обманывает и людей, и Австралию. Вопрос о том, чтобы как-то сепарировать агентов, которые являются австралийцами и работают на благо Австралии, тратят здесь деньги и платят налоги здесь же, чтобы им давались какие-то предпочтения в ущерб тех, кто работает в России или в других странах и совершенно не оказывают никакой поддержки, кроме того, что посылает студентов, никакой поддержки Австралии не отказывает, которые не платят здесь налоги и не тратят свои деньги в Австралии. Вот этот вопрос будет ставиться, он уже ставится, я думаю, что решение по этому вопросу не заставит себя так уж очень долго ждать. Спасибо, 290 выпуск закончен, ждем 291-го.